Тогда добрый вечер, будем начинать. Сегодня у нас две темы. Первая тема – обзор нашего кабинета. Значит, буду демонстрировать вам на экране. Для тех, кто новеньких, немножко повторюсь, а тех, кто давно наши партнеры, потерпите немножко. Значит, суть в чем? Это супермаркет услуг. Здесь можно очень быстро найти любую услугу, ставите точку на карте. Выбираете одну из 1500 услуг, можете выбрать, а можно просто написать. И мы сразу показываем всех людей, которые могут вам оказать услугу. Вы их выбираете по расстоянию, по рейтингу, по цене, по отзывам. Это, значит, у нас вкладка называется «Знайти послугу». А вторая вкладка сделано для тех людей, которые оказывают услугу. Они могут зайти сюда и добавить услугу. То есть, если вы оказываете услуги в одной или в нескольких категориях, вы можете зарегистрироваться водителем такси, сантехником, электриком, тамадой. И ваша регистрация может пройти модерацию. И после модерации вы будете доступны на этом. Это вторая кнопка. Третья кнопка у нас профиль. Здесь вы добавляете свою фотографию, можете поменять имя, телефон, поменять пароль и подтвердить. Четвертая кнопка – моя команда. Если вы стали партнером, вы можете приглашать людей. Для этого надо нажать на два красненьких квадратика. Тут появляется слово «скопировано». И эту ссылку можно отослать в Telegram. Вот я сейчас открою Telegram. Сейчас, минуточку. А, на экране вам не видно. Ну, в общем, любую, куда бы вы ни хотели, там Telegram, WhatsApp, Viber отсылаете, и все люди, которые по этой ссылке зарегистрируются, им придет ссылка на регистрацию в нашем проекте. Они регистрируются в проекте и параллельно попадают в вашу команду. Значит, здесь у нас есть три сущности. Первое – это користувачи, клиенты. Кстати, сайт работает на трех языках – английский, русский, английский и украинский мовы. По умолчанию стоит украинский язык, но если кто-то хочет переключить на английский, на русский, переключайте вот здесь вот, и он будет уже на русском языке. Так, значит, три сущности. Користувачи – это клиенты, которые будут пользоваться нашим сервисом и будут заказывать услуги. Любой человек, который зарегистрируется в нашем проекте, он является клиентом. Если этот человек зарегистрируется исполнителем, создаст услугу, то он будет и клиентом, и исполнителем. Один и тот же человек может быть и клиентом, и исполнителем. По сути, все исполнители, которые будут работать в нашем проекте, они будут и клиентами. Почему? Потому что если ты зарегистрировался человеком, который, например, ремонтирует холодильники, а тебе понадобится там какая-то грузоперевозка или человек, который тебе должен подстричь или помочь чем-то, то ты уже автоматически становишься клиентом. То есть все исполнители, по сути, будут исполнить и клиентами. Почему? Потому что не может человек уметь абсолютно все делать. Если ему понадобится такси, он будет клиентом такси. А по сути он исполнитель, который оказывает услуги у нас, там, допустим, тамады или же мастера по ремонту холодильников и так далее, и так далее. Вот это первая сущность и вторая сущность. И вот когда вы будете регистрировать людей по вот этой ссылке, то сначала они будут появляться здесь, и если этот человек станет исполнителем, он появится здесь. А если этот человек купит пакет, то он станет партнером. И это может быть один и тот же человек. Користувачи, выконавцы и партнеры. Может быть один и тот же человек клиентом, исполнителем и партнером. Может быть просто клиентом и исполнителем. А может быть клиентом и партнером, минуя користувача. То есть вот такие вот три варианта. А может быть просто клиентом, который пользуется нашим сервисом. И все. Вот такие сущности у нас есть. Это моя команда, она появляется у вас после того, когда вы приглашаете человека. Приглашать людей несложно, я в презентации там видео показывал, что приглашать несложно, вы об этом знаете, я не буду об этом рассказывать. Те люди, которые стали партнерами пакета, у них еще есть кнопка «Пакеты». И тут есть, если нажать на кнопку, есть
партнеры, у которых по 2, по 3 пакета. Тогда вы нажимаете здесь и выбираете, какой пакет вы хотите посмотреть. Выбрали премиум пакет. И тут то же самое есть клиенты, абонплатные и партнеры. Здесь в партнерах у вас идет распределение в зависимости от пакета, с какого дохода вы получаете. Вот если нажать на эту кнопочку, тут выскакивает, что вот этот партнер имеет стартовый пакет, и вы будете видеть доход от этого партнера, который будет находиться под вами. Вот так вот оно будет показывать. Итак, в каждом пакете, который у вас есть. Да, вот этих всех партнеров я раздам по кабинетам вам. Это не, они не будут в моем кабинете. Этих всех партнеров я раздам тем партнерам, которые должны получить партнеров без приглашений. Так, пакеты. Следующая вкладка называется «О проекте». Здесь мы предлагаем ознакомиться о проекте, предлагаем стать партнером. Кнопка «Подробнее» переводит в чат-бот. И здесь можно познакомиться более подробно о проекте. Там есть подробное описание, что такое партнерство, презентация, есть мои контакты, можете посмотреть, познакомиться. Потом идут контакты. Если у вас будут вопросы по проекту, вы можете обратиться в Telegram, WhatsApp или написать на почту. Есть три вида контактов. Связаться со мной, и я дам ответы на все вопросы, которые вас будут интересовать по нашему проекту. Следующая кнопка – это скачать приложение. У нас есть приложение на Android и iPhone. Вы можете нажать на эту кнопку и попадете на ссылку, которая позволит скачать приложение на Android, на iPhone. Приложение сейчас тестируется. Когда мы протестируем, все будет нормально работать, и мы будем пользоваться этими приложениями. Ну и самая главная кнопка – это вывод денег. Вот тут у вас есть всегда баланс. Сколько вы денег заработали? У вас есть баланс Healthy токенов и Healthy коинов. Если нажать на кнопку «Вывод баланса», то здесь вы выбираете, что вы вводите. Или токены. Тут надо указать кошелек Betamax и сумму, которую в токенах вы вводите. Или же в гривну вы указываете номер карточки, или Power, или Perfect Money и сумму, которую вы вводите. После того нажимаете «Подтвердить», у вас появляется статус в обработке. В течение от 3 до 5 банковских дней вы выводите деньги, те, которые у вас есть на счету, можете вывести на эти карточки. В будущем мы будем добавлять карточки, которые здесь будут, будем расширять. Ну, собственно говоря, по кабинету я все рассказал. И есть кнопка выхода. Да, кстати, есть политика конфиденциальности, вы можете почитать всю эту информацию. Здесь есть наши адреса нашей компании. Где-то я посмотрю. Вот оно. Администрация сайта. Вот. И кнопка «Выход». А теперь давайте по кабинету. Какие вопросы есть по кабинету? Задавайте, пожалуйста. Я хотел бы знать на будущее. Скажите, пожалуйста, куда нужно будет там кликнуть в кабинете, чтобы активировать исполнителя? Ну, ты пригласишь, допустим, человека, он хочет быть исполнителем. Куда кликнуть, чтобы он активировался? Чтобы его активировать? Смотрите, у вас есть пакет. Когда вы пригласили человека, он стал исполнителем, он будет у вас в пакете. Вот нажимаете, тут видите, абонплатный и вицетковый. Нажимаете, он тут появится. И тут есть кнопка «Активировать», видите? Чтобы он вам приносил доход. Вот вы его активировали, и он уже активирован. Этого активировали. Вот так вот активируете каждого человека, и он работает. Если вы хотите, чтобы этот человек не работал, вы прибираете его с активации, и в него появляется кнопка «Снова активировать». То есть, если вы хотите, чтобы этот исполнитель приносил вам доход, вам нужно его активировать. Кнопка работает через раз. Один раз активировали, второй раз прибрали, и можете его поменять. Будет, сейчас эта кнопка не реализована, но в будущем появится еще кнопка «Поменять исполнителя на так называемой бирже». То есть, если этот исполнитель у вас не будет работать, то вы можете его
с активацией прибраты и поменяты. Тут добавится кнопка поменять. Будет выходить окно, и вы будете выбирать из числа тех, кто исполнители, из числа тех, кто ни у кого не в кабинете. Будете видеть их доходность, выбирать себе и добавлять в кабинет. Что там, куда не могли его зайти? Я еще хотел спросить, а у меня там, допустим, пакет стандарт, я там зарегистрировал людей, я не вижу, чтобы они отображались у меня на этой странице. Вот как сделать так, чтобы мои люди там и отображались, все, которых я зарегистрировал? Еще раз повторите, пожалуйста, вопрос. Смотрите, вот у меня на этой странице написано «пакет стандарт». И они, мои люди, не отображаются на этой странице. Они отображаются только на там, где моя команда. А на этой странице они не отображаются. Все люди, которых я зарегистрировал. То как сделать так, чтобы эти все мои люди отображались на этой странице? Вам надо пощелкать вот по этим кнопочкам. Видите сверху? Ага. То есть... Вот кнопка. Раз, два, три. Если вы хотите увидеть своих партнеров, нажимайте на кнопку партнера. Вы видите все своих партнеров. Если вы хотите видеть исполнителей, нажимайте на эту кнопку. Ага. Да, а вот эти токены, их можно будет зарабатывать? Или что вы скажете на это? Да, вот вторая часть сейчас будет, буду рассказывать про токены. Я хочу услышать вопросы по кабинету. Кому что непонятно по кабинету? Вопросы по кабинету есть еще? Нету. Тогда разговариваем про токены. Значит, токены у нас можно выводить на криптокошелек. Я уже говорил, выбираете healthy токены, указываете сюда кошелек, указываете сумму. Вот, например, подтвердить. И видите, тут появилось сообщение в обработке. Когда я переведу эти токены на ваш криптокошелек, то тут будет слово выполнено, сделано. Каким образом можно зарабатывать healthy токен? У нас появилась вот такая вот игра. Pitstop. Вот здесь вот есть правила этой игры. Значит, вы можете зайти в эту игру, нажать на правила и прочитать. Они очень короткие. Для популяризации проекта разработчики бесплатном распределении healthy tokens. Airdrop токена производится для подписчиков и партнеров проекта. Healthy токены можно также выиграть, участвуя в игре. Токены можно выводить на healthy кошелек. Значит, что это за игра, как она работает? Возвращаемся на саму игру. Здесь есть три квадратика. И идет время отсчета. Тут показываю, сколько людей в онлайне в этой игре. Вы, кстати, сейчас можете позаходить в игру, и мы увидим онлайн, сколько человек сейчас в игре находится. Давайте я одну минуту времени потратьте, зайдите в игру. Пять человек уже. Шесть. Так, если есть вопросы, задавайте по ходу. Семь человек в онлайне, в игре. Восемь. Сергей, можно вопрос? Я вот в компьютере в этой программе, ну это не программа, это веб-сайте, и нету такого. Питстопа нету? Да, питстопа нету. Ну, у всех есть, а у вас нету. Как это? Healthy UA сайт. Точно у вас Healthy UA? Да, Healthy UA. Ну, вот смотрите, я на экране пока... Только... Вам надо вот почистить кэш, потому что у вас закашировался сайт, и он отображает его старый кэш. Обновите программу.
А. Сейчас вот обновил. Так, вижу 9 человек, 10 человек. А, вот, 12, появилось. 12, 13 человек. 14. Все, зашел. 14. Значит, смотрите, у вас на счету есть какое-то количество healthy токенов. Вот на эти токены мы играем. Они бесплатные сейчас, играем, но в будущем эти healthy токены будут стоить денег. И, в принципе, вы можете, так сказать, повыигрывать здесь их. И заработать. Тут можно выиграть и заработать. Теперь буду рассказывать, как выигрывать. Вот смотрите, тут есть три квадратика. Задача очень простая. Вы можете сделать ставку на любую кнопку и выиграть тот квадрат, на котором будет меньше всего ставки. Вот если мы посмотрим правила игры. Каждая игра идет от 3 до 5 минут. То есть она идет, вот тут вот идет отсчет. Видите, 1 минута, 30 секунд. После 3 минут она в любой момент может остановиться. Там рандомно идет время. До 3 минут идет время нормально, а в 3, 10, 3, 5, 0, 5 секунд, 3, 20, 4, 4, 50 может остановиться игра. Когда игра остановится, в этот момент мы ставим ставки. Здесь видно, кто ставит ставки. Вот в этом месте, видите? Вот я сейчас поставлю ставку. Вот я появился, видите? Давайте теперь. Ставки идут 0,5 токена. Можно два раза поставить. Вот я два раза поставил. Давайте пробуйте, кто в онлайне. Пока идет время, 2 минуты, мы ставим ставки. Значит, задача поставить на тот квадратик, на котором меньше всего. Вот здесь вот первая цифра идет, сколько уже ставок стоит на этом. 2, 2, 4, видите? 2,5 здесь, да, здесь 2, 2,5, здесь 4. Есть еще желающие поставить? Сейчас досмотрим игру до конца. И нам первое время нужно будет поиграть для того, чтобы привлечь как можно больше времени. Что я буду делать? Я эту игру буду транслировать в ТикТоке на онлайн-конференции, чтобы люди заходили и играли. А вы у них сможете выигрывать. Вот идет время. Здесь 4,5, здесь 3, здесь 2,5 токена играют. Почему вы стесняетесь, я не могу понять. 18 человек в онлайне и стесняемся. Здравствуйте, а у меня нет токена, Сергей. Напишите мне в личные сообщения, я вам дам 5 токенов. Хорошо. Аналогично. Все мои токены сейчас на MetaMask, я поэтому не могу присутствовать в игре, к сожалению. Я понял. А я не можу залогуватися, у мене постійно восьмерка крутиться. Значит, перезайдите. Вы могли зайти в компьютер и... Вот, смотрите. Поздравляю, вы выиграли один healthy токен. У кого-то написало. Видно вам? Каким образом? Такое. Значит, и снова пошла игра сначала. Кто выиграл? Выиграл Наталья 1 токен, Сергей выиграл 1 токен, Геннадий выиграл 2 токена, Зинаида выиграл 1 токен и 3 токена. Видно? А каким образом происходит выигрыш? Тот квадрат, на котором меньше всего токенов, допустим, здесь 6 токенов, здесь 3 токена, а здесь 2 токена. Те, у которых 6 токенов, они проиграли свои токены. То есть 30% людей, 33% людей проиграли, которые поставили на квадрат, в котором больше всего токенов. А те, которых посредине, между самым большим количеством и самым маленьким, им вернулись деньги. Они поставили, но они не участвуют в игре. То есть здесь больше всего, здесь меньше всего, а здесь серединка. Серединка тех, кто поставил на серединку, эти токены вернулись на счет. А те, которые поставили меньше всего,
они умножат свои токены на 2. Если вы поставили 2 токена, то вы получите 4. Если поставили 4, то вы получите 8. То есть в квадрате, в котором меньше всего токенов, выигрывает в 2 раза. За счет чего? Вот эти, которые проиграли, вот эти токены перетекают тем, кто выиграли. Этим возвращаются токены. Понятно? Задавайте вопросы. Вот тут идет время. После 3 минут в любой момент может обнулиться игра. Вот как только 3 минуты наступило, так и я поставлю, так, 2,5, двоечка, двоечка. Андрей, выключите камеру. А если на 2 квадратиках будет одинаковое количество токенов? Андрей Пегас, выключите камеру, пожалуйста. Если что... Если на 2 квадратиках одинаковое количество токенов. Тогда никто не выиграет. Должно быть в одном квадратике больше, самое большое, в другом квадратике самое меньшее, а третье посередине. Ну, любой из них, так будем говорить. И те, кто посередине, не выигрывают, не проигрывают. У тех, кого больше всего, проигрывают. У тех, кого меньше всего, выигрывают 2 раза от той суммы, которую они поставили. Игра работает бесконечно, так что можно... Так, вот победители сразу, видите? Татьяна, Наталья, Инди. Вот победители, новая игра пошла. В любой момент удобный, когда вы можете с телефона заходите, играйте. Первое время надо поиграть, чтобы я с завтрашнего дня начну видеотрансляцию в ТикТоке, буду транслировать эту игру, чтобы люди прошли. Теперь смотрите дальше, что происходит. Сейчас, когда подождем еще 3 минуты, тут выскакивает одно интересное сообщение. Мы ее пропустили, сейчас еще через 3 минуты выскочит сообщение. Вы можете пока вместе играть. Значит, смотрите, вот на этом квадратике 1,5 токена, здесь 0,5, здесь 2. Надо ставить там, где меньше всего. Самое интересное будет вот здесь, вот после того, когда результаты будут. Сейчас я вам покажу. Ну, кроме того, что сами результаты интересные, можно выигрывать токены, и они будут на вас в счету. Вот запоминайте, какая сумма в данный момент у вас на счету, и после того, как вы выиграли, вы увидите, что токены добавятся. Когда будет ровное количество токенов, всем возвращаются деньги. Так, еще минутка с лишним осталось. Значит, почитайте внимательно правила игры.
Сергей Васильевич, добрый вечер. Добрый вечер. А скажите, пожалуйста, а другие виды заработка токенов есть? Кроме вот я сейчас вам покажу. Вот сейчас, как только это самое пройдет, это выигрыш. Так, пошло 3 минуты. В любой момент может игра остановиться. Вот в данном раскладе вот эти проиграют. Так, как только будет финиш, буду рассказывать дальше. А сколько людей одновременно может играть? Хоть 1000 человек. Можно еще такой вопрос? Так, вот смотрите, видите кнопка «Перейти»? Переходим, и здесь есть информация, как можно заработать токены. Вы можете зарабатывать токены, делая несложные задачи, которые помогут популяризировать проект Healthy. Токены можно выводить на свой криптокошелек, MetaMask кошелек. Чтобы заработать токены, необходимо прокомментировать, поставить лайк и поделиться в 5 рекламных постах нашего проекта. Перед выполнением задачи получите, по получению Healthy, напишите в Telegram модератору Healthy. Представьте модератору страницу, с которой вы будете делать работу, допустим, страничку Facebook вашу, и телефон, который вы указывали в телефон. Ну, партнеры про это знают уже наши. Значит, Healthy токены будут проявляться на вашем кабинете после проверки, что вы выполнили задание. Вот здесь вот будет 5 активных ссылок. Ссылки на... Вы можете в день нажимать на 5 ссылок. И если вы все правильно сделаете, лайк, комментарий поставите, то модератор промодерирует и вам начислит 3 Healthy токена. И так каждый день. Один раз в день, в любое время вы можете зайти сюда и пролайкать 5 лайков, 5 комментариев в наши рекламные посты. И за это вы заработаете 3 Healthy токена. Для партнеров проекта есть дополнительная возможность получения Healthy токена. Зарегистрируйте объект помощи украинцам и получите 5 Healthy токенов. Только это произойдет после модерации. То есть, когда объект промодерирует, посмотрит, что он правильный, тогда вы получите Healthy токенов. Если вы зарегистрируете исполнителя, то вы тоже получите 5 Healthy токенов. Если вы пригласите партнера в проект, кроме кэшбэка 20%, вы получите за стартовый пакет 30 Healthy токенов, за базовый 50, за стандарт 150 и за премиум 450 Healthy токенов. Вот такая ситуация. Здесь в правилах игры, вот здесь вот будет список победителей. Вот прямо под этим списком будут победители. И обратите внимание, тут еще одна информация должна есть. По результатам 30 дней, кто больше всего выиграет Healthy токен, победители получат бесплатно за первое место базовый пакет. То есть, кто больше всего выиграет Healthy токенов, получит базовый пакет от проекта. Вот тут будет список победителей. И тот, кто будет займет первое место, получит базовый пакет. За второй стартовый пакет, за третье место первый взнос за базовый пакет в рассрочку. И за четвертое место первый взнос за стартовый пакет в рассрочку.
Вот такие призы будут за то, что вы будете выигрывать эти хелпи токены. Вот здесь вот в этом месте под этим словом будет написано список людей, кто сколько выиграл токенов. И будет, места будут все время меняться. И ровно через 30 дней мы зайдем, посмотрим, кто занимает первое место, он получит базовый пакет, кто займет второе место, стартовый пакет, кто займет третье место. Ну, вот такое вот распределение будет. Так что вот таких вот способы и заработка есть. Вопросы, пожалуйста. Я хотел бы спросить, скажите, сколько сейчас уже на данный момент партнеров и что еще осталось делать для полноценной рекламной деятельности? С завтрашнего дня мы будем тестировать приложение Android, iPhone и клиентское приложение и приложение исполнителя. Протестируем. И нам где-то человек 120 надо еще партнеров. Вот мы протестируем приложение, протестируем сайт и протестируем, что все у нас работает. И мы, в принципе, можем начинать рекламную кампанию. Еще вопрос. Значит, для чего это сделано? Давайте так еще раз разберемся. Вот я сейчас буду делать рекламу вот этой игры для криптосреды, для людей, которые в криптомире работают. И мы будем популяризировать эту игру за счет того, что я каждый день буду выходить в онлайн. Помните, я выходил в ТикТоке в онлайн-трансляции? И мне надо первое время, чтобы вы могли играть. Здесь будет выскакивать реклама. И таким образом мы с той среды привлечем партнеров. То есть мы направим рекламу не через вот так, как мы раньше делали, а мы направим рекламу через нашу игру. То есть любой человек, который узнает об этом игре, он зайдет сюда, начнет играть. Тут мы ему расскажем параллельно о проекте, и параллельно он увидит, что можно зарабатывать токены. Он поможет нам лайкать и комментировать, потому что он захочет зарабатывать дополнительные. Вот здесь вот активные ссылки будут. Он будет помогать нам лайкать и комментировать наши рекламные посты. Сначала по партнерке, а потом по самому проекту. Мы тут будем рекламировать, выставлять рекламные посты нашего проекта, когда будет идти рекламная кампания. Эти люди будут лайкать и комментировать наши посты, зарабатывая токены, а мы будем получать больший охват людей, которые будут видеть нашу рекламу. А новые люди будут покупать эти токены? Потому что у них же сразу их не будет. Нет, все, кто зарегистрируется, они получат, за регистрацию получают люди 5 хелфи токенов, за то, что они установили аватарку, еще 2. То есть у каждого будет 7 хелфи токенов сразу. Пусть если каждый день они будут лайкать и комментировать наши рекламные посты, то они могут зарабатывать еще по 3 хелфи токена каждый день. То есть, в принципе, за день можно 10 хелпи токенов получить при регистрации. Ты зарегистрировался, получил 5, поставил аватарку, получил еще 2, пролайкал 5 постов, получил еще 3, и у тебя уже 10 хелпи токенов есть. Так. Я хотел бы еще попросить, а можно было бы попросить, чтобы инструкцию «Як знайти послугу», чтобы вы это как-то сделали в картинках, потому что вот вы, допустим, показываете, оно мимолетно так, в одно ухо влетело, а через другое ухо вылетело. А то, что в картинках, ну, будет, чтобы вы показали на картинке стрелочкой, сюда тыкни, а вот здесь написал сообщение этому человеку, то это то, что на бумаге, то это остается навсегда. А что здесь непонятно? Смотрите, вы заходите, ставите точку на карте. Если вы с приложения заходите, она автоматически определит ваше место. Шаг 1. Найти, где вы находитесь. Тут можно сайту додать разрешение, геоданные, и сайт найдет ваше местоположение. То есть найдите, где вы находитесь. В приложении можно поставить, разрешить включить геоположение, и оно найдет, где вы находитесь. На сайте можно вот тут нажать на замочек и включить геоданные. Видите, вот тут стрелочка. И тогда она определит ваше местоположение. Все. Шаг 1. Показать, где вы находитесь. Шаг 2. Вот зайти сюда и написать. Мне нужно что?
грузоперевозки, допустим, вот. То есть вы пишете сюда то, что вам нужно. Прямо в эту строку. То есть вот есть сверху ваш адрес, а здесь вы пишете, что вам нужно. Любую надпись напишите, да? Фото. Фото. Фотосъемка. Две вещи всего лишь надо сделать. Показать свой адрес. Вы можете написать здесь свой адрес. И написать сантехник. Все. Вот две движения. Что тут надо еще? Какие фотографии надо делать? Нажали на сантехника. Вот все сантехники. Тут две штуки надо сделать. Звонить ему или там можно написать ему, как там дальше писать, что там дальше кликать надо. Вы выбираете своего человека по расстоянию, по рейтингам, по отписям. Выбрали человека, и тут есть кнопка «Позвонить» тому человеку, которого вызвали. Все, что здесь непонятно, скажите, какие вам картинки? Какие вам нужны картинки нужны? Указали свой адрес, выбрали человека. Мы вам показали 20 человек, вы из 20 выбрали одного, который вам понравился, и позвонили. Какие картинки нужны? Все действия вот тут происходят. Где я нахожусь, кто мне нужен, и я выбрал, кто мне нужен. Все. Это, по сути, сущность нашего проекта. Что очень быстро можно найти, сравнить и выбрать абсолютно любую услугу. Указали свое местоположение, написали, что вам нужно, да? Грузоперевозки. Вот, пожалуйста, люди, которые зарегистрировались грузоперевозками. Что вы сюда не напишете, все появляется. Перу. Перукар. Это на каком языке? На русском здесь, да? А, на русском. Этот. Господи. Парикмахер. Да, парик. Да. Парикмахер. Причем тут исполнители, которых можно выбрать по рейтингу, по отзывам, по ценам. То есть это не то, что вы зашли на какой-то сайт, где сами себя рекламируют и рассказывают, что мы тут самые крутые мастера. А здесь можно выбрать именно по отзывам людей. То есть это действительно будут лучшие мастера. Ну и, конечно же, гуманитарная помощь. Пункты харчевания там и все остальное. Ну, то есть все вот здесь вот работа. Работа происходит здесь. Указал свое местоположение, написал, что тебе нужно. И тебе показывают тех людей, которые оказывают эту услугу. Расстояние, выбирай. Выбрал, позвонил. Что? Все просто. Так, вопросы еще, пожалуйста. Я правильно зрозуміла, сайт уже працює, то есть вони отримують уже замовлення, просто немає монетизації ще, так? Так. Сергей Васильевич, еще вопрос по поводу токенов. Вот если у меня в кабинете нет токенов, нули, я не смогу сыграть в игру? Получается? Я же вам сказал, напишите мне в личку, я добавлю. Дело в том, что я их вывел на MetaMax, а теперь у меня нули, и получается я играть не смогу, да? Я вас услышал, я вас понял. Я только что напишу. У кого из партнеров, тех, кто выводили на MetaMax свои LP токены, напишите мне в приват, только пишите так. Мой личный номер кабинета, и чтобы я вас не искал. То есть, а то пишут мне: здравствуйте, помогите, а кому помочь, я откуда знаю. Пишите сразу вот этот вот. Нажимайте на два квадратика, скопировано, и в Telegram вставляете ссылочку. Да, и говорите, спасибо, я понял. Да. И я сразу буду знать, кому помочь. Еще вопросы, пожалуйста. Сергей Васильевич, добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, пытаясь войти в игру,
пишет следующее. У профиля установить аватарку, то отримайте 2 хилки коина и восьмерка крутится. Не могу никак. Вот смотрите, смотрите, нажимаете на профиль. Видите, где я нажимаю? Видно на экране? Сейчас, секундочку. Да. А, я понял. Так хорошо, это игра. Нажимайте вот сюда, выбираете свою фотографию. Вот, и выбираете, вот, пожалуйста, я взял и сохранил фотографию. Да, другое хотел уточнить, что игра не пустит, пока я не пустит игра до тех пор, пока я профиль не установлю, получается, да? Да, потому что многие у нас не ставят профили, поэтому мы заставляем профили ставить. Ясненько, спасибо. Ну, неинтересно, когда ты играешь с пустым лицом. А еще момент, Сергей Васильевич, а профиль обязательно своя личная фотография или можно что угодно? Ну, если вы прячетесь от кого-то, то, конечно, что угодно. Если вы не прячетесь, то можете свою фотографию поставить. Если вы от жены прячетесь. Ну, допустим, вот флаг Украины у меня стоит аватарка. Ну, стоит такая аватарка, значит... Можно обязательно ставить свою фотографию, а не флаг Украины. Вы знаете, я живу на Украине и хочу ставлю в свой родной флаг. Ну, вы можете сделать свою фотографию на фоне флага. Это же тоже разрешается. Так, давайте я верну свою фотографию. Так, Сергей Васильевич, я тут отвлекся немного во время игры. Да. Выиграл 2 коина, я так не понял, где мне теперь, где эти коины, как они вот в кабинет должны вернуться. А вот здесь вот на счету у вас было, допустим, вы перед игрой запишите, сколько у вас было коинов. Я помню, все. Обновите, возьмите, обновите страничку, и у вас они появятся. А, понятно, все. Я думал, их нужно как-то возвращать каким-то путем. Нет, они автоматически появляются. Вот выиграли, они на счет вам пошли. Проиграли, со счета ушли. Так, все, друзья, есть вопросы? Давайте будем заканчивать. Кстати, ребята, у меня к вам есть такая просьба небольшая. Смотрите, у нас тут есть... Сейчас, минуточку. Видно мой экран? Нет, пропал. Сейчас видно? Нет. Видно, да? Здесь в группе я добавлю ссылочку одну. Это наш партнер, он же наш дизайнер. Сейчас я найду ее. А тут так понаписывали много, что сразу... Сейчас. Так. Вот она. Копировать. Вставляю. Где это? Вот она. Ссылка в Телеграме появится, в Инстаграме. Это наш партнер, который занимается изготовлением патриотических вещей. Пожалуйста, перейдите по этой ссылке и пролайкайте, прокомментируйте вот эту вот в Инстаграме штучку. У меня пропал видеочат, я не могу найти. Ну, оно прямо в Телеграм-чате появилось. Також немає. Сейчас, минуточку. Це, мабуть, сейчас. Хто в телефоні не мають, скоріш за все. А ну, смотрите, видно зараз? О, зараз є. Да, от тут от ссылочку я вам оставив на Instagram. Перейдите, лайкните, комментируйте. Это наш партнер, наш дизайнер, который вот это все, что вы здесь видите на экране, это все он нарисовал. Но он параллельно занимается патриотическими... футболки делает, там для девчонок всякие вещи. Посмотрите в Инстаграме. Пролайкайте, пожалуйста. А где ссылка? В Телеграме? Да, в Телеграме, в общем чате. Дякую. Угу.
Для, для партнеров Healthy по промокоду Healthy-10-10 будет скидка 10%. Только для партнеров Healthy. То есть, если вы там что-то купите, то вам еще и скидку дадут? Дополнительная скидка к той скидке, которая уже есть. Промокод HELPY минус 10. Так, друзья, вопросы еще есть? А скажите, пожалуйста, запись есть вот этого, ну... Обычно у нас пишут запись. Потому что я опоздала, только подключилась. Угу. Ничего не слышала, не понимаю. Вы говорите, так, значит, смотрите, с завтрашнего дня с 8 часов вечера я буду выкладывать в чат ссылку на трансляцию в этом самом, в ТикТоке. И вы заходите в это время и играйте. Нам нужно сделать ажиотаж. То есть и чем больше мы ажиотажа сделаем, тем больше людей к нам зайдут, тем больше людей узнают о нашем проекте, кто-то станет исполнителем, кто-то станет партнером, кто-то станет просто клиентом, кто-то будет играть с нами. И таким образом у нас будет еще один ручеек людей, которые будут заходить в наш проект за счет этой игры. А те люди, которые захотят зарабатывать дополнительные Healthy токены, они будут... каждый день лайкать и комментировать наши рекламные посты и будут помогать нам все больше и больше, чтобы, ну, алгоритм, вы же знаете, как мы это делали. То есть мы добьемся того, что там будет лайкать не 10-20 человек, а 30-40, 50. А якщо гра не загружається, от восьмерка крутиться, вже виходила з неї, вже... Значит, смотрите, есть один нюанс. Одновременно нельзя заходить с двух браузеров. Если вы зашли с телефона, то она открылась в телефоне, значит, с компьютера вы уже не зайдете. Нет, если... с одного. И я выходила и перезагружала полностью, и все равно оно то самое. Мы проверим эту ситуацию. Мы только сегодня обновили сайт, может быть, есть какие-то моменты. Добрый. Браузер надо обновить. Сергей Васильевич. У меня тоже не можно. Восьмерка крутится еще. Онлайне 8 человек сейчас. Значит, играть начинаем с завтрашнего дня в онлайне трансляциях в ТикТоке. Значит, у кого ТикТока нет, устанавливайте ТикТок. Я там буду транслировать. И пока я буду транслировать, нам нужно будет играть для того, чтобы люди видели, что игра идет. Они будут заходить, и они тоже будут играть. Потом они, когда они зарегистрируются в проект, первое, что мы получим, что они будут регистрироваться для того, чтобы играть. Они получат за регистрацию 5 Healthy токенов и за аватарку 2 токена. Это 7 Healthy токенов. Они начнут играть. Потом у них Healthy токены, может быть, закончатся. Они увидят, что здесь можно зарабатывать, лайкая, комментируя наши рекламные посты. И они начнут лайкать и комментировать. И таким образом мы... Чем больше людей будет лайкать и комментировать наши рекламные посты, сейчас они направлены на привлечение партнеров, а когда мы начнем рекламную кампанию вести проекта, то к этому моменту уже в игру будут должны играть сотни, тысячи людей, и они будут лайкать и комментировать, и за счет этого мы будем параллельно рекламировать наш проект. Добрый вечер. Добрый вечер. Сергей Васильевич, я сегодня с вами списывалась, ну, как бы по поводу своего кабинета. Да, давайте я сейчас покажу. Да, вы мне сказали, что покажете. Да, транслировать экран. Видно экран? Ну, да, на телефоне, да, ну, сложно, но видно, да. Смотрите. Сейчас, минуточку. Вот тут у вас есть пакеты. Нажимайте на пакет и открывайте свой пакет. И тут есть кнопки. Если вы хотите увидеть исполнителей, которые у вас есть, нажимайте на вот эту кнопку. Если вы хотите видеть партнеров, нажимайте вот на эту кнопку. Понятно? Ну, это вы показываете на компьютере. На телефоне тоже так, точно так же работает? Нет, в компьютере, в телефоне надо прокручивать вниз. Там идут кнопки сначала. Вот если я нажимаю на партнера, у меня есть партнеры, видите?
Если я нажимаю на исполнителя, у меня будут исполнители. Ну, я уже жала, куда только не жала. Я вам уже показывала. Вы нажимаете только на пакеты, но не нажимаете на эти кнопки. Надо нажать на кнопку партнера. Видите, она синенькая стала у меня. Видно вам? А, хорошо, я попробую. Да, а потом, когда нажали на кнопку партнеры, прокручиваете вниз. В телефоне надо прокручивать вниз. На компьютере так видно, а в телефоне надо вниз прокручивать. Хорошо, я попробую. И там видно, какой пакет он имеет. Если нажать на партнера, будет видно пакет. А если у этого партнера будет другой партнер, нажимаете, там будет лестничка. В зависимости от того, какой у вас пакет, будет до 4 человек видно. Первый уровень, второй уровень, третий уровень и четвертый уровень. Вот здесь вот будет все видно. Нажимаете на партнеры, а потом выбираете партнера и выбираете, какой из них есть. Сейчас я прямо вот захожу и делаю то, что вы делаете. Просто хочу проверить. Давайте. Еще вопросы? Вечер. Я зашла с телефона. У меня нету ни кнопки пакет, ни кнопки моя команда на телефоне. Ну, значит, вы еще не партнер. Кнопки нам есть, а так не знаю, партнер, не партнер. Ну, чтобы стать партнером, необходимо написать мне в личку, я вам дам ссылочку, вы получите список пакетов, выберите себе пакеты. Пакеты можно купить сразу или в рассрочку на 4 платежа. Покупаете пакет, и у вас появляются эти кнопки. Спасибо. Пожалуйста. Смотрите, в чем суть? Для чего мы продаем пакеты? Есть некий проект, который создан для того, чтобы решать проблемы для людей. Первое – это найти любую услугу, я вам только что рассказывал, и любую помощь, которую украинцам можно оказать. Фонды, волонтерские организации, гуманитарную помощь можно найти. Вот гуманитарной помощи, если открыть, тут и жилье, пункты раздачи пищи, пункты питания и так далее. Или же любого исполнителя, допустим, домашний мастер или сантехник. Вот этот проект мы должны прорекламировать сначала в Украине, а потом во всем мире. Удобный проект или нет, на ваш взгляд, как вы считаете? Что очень быстро можно найти любого человека, который находится недалеко от вас, и вызвать... Да, замечание. Так, удобный. Для того, чтобы люди об этом проекте узнали, необходимо проводить рекламную кампанию. Но рекламная кампания очень дорого стоит. Поэтому мы создали партнерскую программу. Люди покупают пакеты, а мы за счет этих денег будем проводить полномасштабную рекламную кампанию. И когда мы проведем рекламную кампанию, вот эти люди, исполнители, которые зарегистрировались в проекте, они начнут получать заказы. А вот этих исполнителей мы партнерам дадим в кабинет. И когда этот исполнитель, который находится в вашем кабинете, вы будете видеть его, вот как сейчас я показываю, будет делать заказ, вы будете получать с каждого заказа процент. Вот вы сидите дома, пьете чай или там занимаетесь своими делами, или поехали куда-то отдыхать, а у вас в кабинете есть 10, 15, 20 или 30 исполнителей, вот этих людей, реальных живых людей, которые находятся, водитель такси, сантехник, электрик, мастер по ремонту холодильника и так далее. Вот эти люди находятся в вашем кабинете, это ваши сотрудники. И когда этот сотрудник получит заказ от нашего сервиса, за счет той рекламы, которую мы проведем, он его сделает и заплатит нам процент. Когда он заплатит нам процент, то часть процента получите вы. И это будет выглядеть таким образом. Вы сидите дома, занимаетесь своими делами, там, чем хотите, там, например, отдыхаете, смотрите телевизор или где-то. А в этот момент какой-то исполнитель получил заказ, заплатил сервису, и вы часть денег получили на свой счет, вот сюда вот. Второй исполнитель сделал заказ, вы тоже получили. Третий исполнитель сделал заказ, вы тоже получили. И так с каждого заказа вы зарабатываете. То есть вы создаете маленькое предприятие на нашей основе, на нашем. У вас работают реальные живые люди, и каждый раз, когда они делают заказ, вы зарабатываете. Всю жизнь будете зарабатывать. То есть вы вот построили предприятие, всю жизнь зарабатываете. Но если какой-то исполнитель не будет работать, ну все они живые люди. Кто-то заболел, кто-то на пенсию пошел, кто-то, не дай бог, ДТП попал. То вы можете поменять этого человека. То есть это как вот, представьте себе, что вы создали маленькое предприятие, наняли людей,
И эти люди приносят вам доход. И кто-то из них перестал работать, значит, вам нужно нанять второго человека, другого, на его место. Точно так и здесь. Если какой-то исполнитель не работает, а вы будете видеть, что он не работает, не приносит вам доход, вы его меняете. И это предприятие вам всю жизнь приносит доход. Вы его можете потом продать, подарить, оставить своим внукам. Вот такой вот принцип работы нашего проекта. Я только не понимаю, на рынке, в интернете нету такого бизнеса. Это самое лучшее предложение. Я вам показываю, откуда вы будете зарабатывать и сколько вы сможете зарабатывать. То есть, вот те проекты, интернет-проекты, которые вам предлагают заработать, они не говорят, откуда вам денег будут давать. А я говорю конкретно, что вот у вас есть Вася, который будет делать заказы, и с каждого заказа Васи вы будете зарабатывать. Вася отдаст 10% проекту, а с этих 10% я вам часть процента отдам на ваш счет. Все зрозуміло? Да, Сергей Васильевич, я сейчас зашла опять в свой кабинет. Ну, ничего не изменилось. И на те кнопочки, и на эти жало. Ну, у меня все по нулям. По нулям что? Ну, все полностью. Вот я захожу в кабинет. Хорошо, пришлите мне свой логин и пароль, я зайду в ваш кабинет и посмотрю, правду вы говорите мне или нет. Ну, потом у вас есть мои данные. Послушайте меня. Потом зайдете и поменяете пароль. Вот нажмете на... Вот видно вам экран? Да, видно. Вы можете сюда ввести пароль какой-нибудь другой, дать мне, я зайду в ваш кабинет, посмотрю и скажу, правду вы мне говорите или нет. Потому что я логины знаю, а пароли я не знаю. Я могу поменять только пароли. Пришлите мне свой логин и пароль, потом поменяете. Зайдете в профиль, вот тут есть изменить пароль. Видите, вот два раза напишите, подтвердите, у вас будет новый пароль потом. Так, еще вопросы, пожалуйста. А яким чином можна виконати заміну виконавця? І це ж можна вистроїти собі такий список активних, дуже активних виконавців, а всіх неактивних повидаляти. Ну, смотрите, тут є два нюанси. Перший нюанс, коли ми проведемо рекламну кампанію, у нас зарегіструється где-то около 100 тисяч людей. І от цих людей я дам вам без приглашення в кабінет. Плюс ви можете самі пригласити какое-то количество людей. Я розказував це в презентації. Посмотрите последнюю презентацію, там в самому кінці я розказував, як приглашати. Там нічого сложного немає абсолютно. І у вас буде часть людей, яких ми вам дали в кабінет, согласно пакету, який ви купили, а часть ви самі пригласили. От у вас є, допустим, 10 чоловік, яких ми вам дали, і 10 ви пригласили, або 5. От у вас є 15 чоловік. От ті, яких ми вам дали, ви будете смотреть, як вони будуть працювати. Якщо він буде из 100 человек, которые зарегистрировались, 100 тысяч, которые зарегистрировались, где-то до 30%, 25% потом отпадут. Ну, это правда жизни, я просто сразу говорю, что некоторые зарегистрируются, но работать не будут. Но не все, больше половины будет работать. Так вот, те, кто мы дадим, может вам попасться человек, который не работает. И у вас будет вот здесь вот кнопка, когда мы будем раздавать... Вот здесь вот пакеты, еще раз. Вот. Вот тут появится кнопка «Заменить». Сейчас ее нету, но она появится. И когда вы будете видеть, как он работает, приносит он доход или не приносит. Если он не приносит доход, вы нажимаете на «Заменить», и тут выйдет поле исполнителей, которые свободные, которые ни у кого в кабинете нету. И тут будет видно, сколько они зарабатывают. И вы выберете себе исполнителя, который вам понравится, и нажать кнопку, чтобы он перешел в ваш кабинет. Первое время эта операция будет идти бесплатная. Вы просто будете выбирать исполнителей, которые вам подходят. А со временем, когда уже все устаканится, в какой-то момент я объявление сделаю, что это будет операция платная. То есть, если вы захотите поменять исполнителя, вам нужно будет заплатить какое-то количество healthy токенов за замену. Все понятно? Да. А вот эти healthy токены вы будете давать уже после рекламы за исполнителей, которые мы сами запросили?
Нет, я же вам сказал, сегодня рассказывал, что если вы пригласите исполнителя, за каждого исполнителя, которого вы пригласили, вы будете получать 5 Хелпи токен. Угу. После модерации. То есть мы проверяем этого человека, все там адекватно или нет, модерируем, тогда вы получаете. А виконавця маю... Виконавця може тільки я один мати, чи ще якийсь учасник? Що значить тільки ви? Всі будуть мати виконавців? О, одного, наприклад, там ось Руслан, да, визов електрика. Він тільки у мене він може бути? Якби... Ну, смотрите, у виконавця буде приложення, в якому будуть показувати своє зайняте, чи він не свободен. Коли чоловік буде знаходити... От ви пишете там сантехніки. Да, сантехники выбрали, вот вам показалось сантехников, вот вы выбрали этого сантехника, где он, вот он. Когда вы с ним договорились, он переходит в режим «я занят». Он не свободен, а занят. Для других он будет занят уже. Этот сантехник, он привязывается только к вам, то есть он в кабинете будет только у вас, если вы его привлекли. Да, все зрозумел, дякую. Угу. То есть, когда следующий человек после вас зайдет показать ближайших сантехников, то он его не увидит в числе свободных. Еще вопрос. Сергій, якщо виконавець задав послугу, але забув додати якийсь пункт, то йому треба змінювати пункт, що він додав послугу, чи додати вже нову створити? Смотрите. Создать услугу, вот тут я создал услуги, да, вот я фонды создавал. Ну, например, він забыл додати якийсь розділ, що йому треба робити. Ну, смотрите, створювати. Я показую, дивіться. Тут буде три кнопки напротив кожної послуги, яка є. Людина нажимає, сейчас є тільки удалить. Но тут буде редактировать буде ще кнопка. Буду клавити. Дякую. Зрозуміло. Зрозуміло, да? Тобто виконавець може зайти в свій кабінет, якщо він міняє свій профіль, то він може або удалити свою послугу, або отредактувати, якщо він в цій категорії знаходиться. І ще питання, а скільки коштує реклама, щоб її так підключити вже? Щоб працював сайт. Значит, смотрите, тут математика очень простая. Чтобы провести полномасштабную рекламную кампанию, что я имею в виду? Полномасштабную. Это когда реклама идет 3 месяца подряд, мощная, на Киев, Киевскую область. Стоимость такой рекламной кампании составляет 150 тысяч долларов. Это только на Киев, Киевской области. А, допустим, нам нужно отдельно собрать деньги на рекламу Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса, а потом мы будем собирать деньги, чтобы провести рекламу в других городах и в других странах. То есть денег очень много надо будет собирать, поэтому на каждую рекламную кампанию мы будем собирать партнеров, чтобы собрать деньги на очередную рекламу в каком-то городе. Вопрос в том, что 150 тысяч долларов. Теперь давайте посчитаем. Если 150 тысяч долларов разделить на 1000 человек, это сколько с человека получится? Ну, чтобы не считали, 150 долларов с одного человека. Если посмотреть на наши пакеты, то у нас есть пакеты дешевле 100 долларов и есть дороже 100 долларов. В среднем получается 150 долларов. То есть мы собираем эти деньги, 150 тысяч. На сегодняшний день у нас, то есть нам нужно 1000 человек, которые вложат каждый в среднем по 150 долларов. Кто-то купит дорогой, кто-то купит дешевле, но в среднем 150. На сегодняшний день у нас уже 850 партнеров есть, чуть больше. Нам еще сейчас чуть больше 100 человек надо собрать. Супер. И это каждая область по 150 или по 100 тысяч долларов? Ну, смотрите, все зависит от того, перед тем, как начинать рекламу, вот мы собрали, начали рекламную кампанию. Вот мы собрали 150 тысяч долларов и начали рекламную кампанию в Киеве, Киевской области. Но мы не прекращаем привлекать партнеров, мы привлекаем дальше, собираем деньги на, допустим, на Днепр. Мы считаем, сколько нам нужно денег на рекламу в
течение 3 месяцев в Днепропетровской области, Днепре и Днепропетровской области. Если это не 100 тысяч долларов, не 150 будет стоить, а допустим 120 или 100 тысяч долларов, то мы будем продавать пакетов на 100 тысяч только. В Запорожье посчитаем, сколько будет стоить реклама на 3 месяца. Сколько она будет стоить? Может быть, она будет стоить 80 тысяч. Значит, мы будем пакетов продавать на 80 тысяч. В Одессе будет реклама стоить, допустим, 120 тысяч долларов. Значит, мы пакетов будем продавать на 120 тысяч долларов. Во Львове, допустим, реклама будет стоить те же 150. Значит, нам нужно продать пакетов на 150 тысяч долларов, чтобы провести рекламу 3-месячную во Львове. Все понятно? Да. Сергій, питання. В додатку буде показано, який саме пакет ти обереш? Маю на увазі, якого міста? Тобто, наприклад, Одеса, Львів. Буде це видно? Чи це буде як зараз? Ні, нічого не буде видно. Смотрите, ті партнери, які заходять зараз, вони в найкращому положенні. Чому? Тому що вони отримують виконавців з столиці. Тут больше всего исполнителей первые, и тут больше всего чеки. Они будут зарабатывать больше. Ну, допустим, даже если брать по такси. Если у вас будет водитель такси с Киева, он будет вам приносить в 2 раза больше дохода, чем водитель, допустим, с Николаева. Потому что там тарифы дешевле и заказов меньше. Поэтому те, кто зашли сейчас, они будут больше зарабатывать, чем те, кто... Но... Когда мы, допустим, пойдем в Грузию работать или же в Польшу, то там снова будут дорогие исполнители. Все зависит, ваш доход зависит от 3 основных показателей. Первый. Сколько исполнителей находится в вашем кабинете? Чем больше ваших сотрудников, тем больше вы зарабатываете. Это первый показатель. Второй. Сколько они получают заказов? Если каждый из них получает по 1 заказу, вот у вас, допустим, есть 20 человек, и 20 человек получили по 1 заказу. Значит, у вас 1 прибыль. А если они, каждый из них получил по 2 заказа, то вы в 2 раза больше заработали. То есть второй фактор – это количество заказов. Ну и третий фактор – это средний чек. То есть мы зарабатываем процент от заказа. То есть если у нас заказ на 200 гривен, то мы взяли 10%, это 20 гривен прибыль, валовая прибыль проекта. А вы получили из этих 20 гривен 24%. Это 4,80. Вот такая математика. А если чек будет не 200 гривен, а 500, значит 10% из 500, 500 гривен, это сколько получается? 50. 50. Из 50 гривен вы получили 24%. Это уже получается в 2 раза больше. То есть... На ваш доход влияет количество исполнителей, количество заказов и средний чек. Все. Плюс, если вы хотите зарабатывать больше, вы можете исполнителя, который пошел спать или отдыхать, или еще что-то, заменить на того, который будет работать, например, ночью, кто работает ночью. То есть, если вы просто поставили себе исполнителей в кабинет и ничего не делаете, вы будете зарабатывать немного меньше, чем тот, кто будет менять исполнителей в зависимости от того, работает он в этот момент или нет. Таке питання, яку кількість виконавців я можу запросити, ну, до прикладу, в стартовий кабінет, найбільшу кількість? Смотрите, по количеству исполнителей там будет ограничение, не больше 10. Если вы захотите 20, то вам надо будет купить еще один пакет. Це до стартового, так? Так. Да. Дякую, я 2 вже придбала. Скажіть, будь ласка, а пакет стандарт і пакет преміум, яке максимальне кількість исполнителей і можна пригласити партнерів? Ну, смотрите, вот есть исполнители, которых мы вам даем, вот в стандарт пакете 24, видите, да? А в премиум 40 человек мы даем вам без приглашения. Если 24, то это плюс еще половину от них, 30 человек, 30 с лишним человек. А здесь будет 40, это половину, это 60 человек. Не можешь неограниченное количество людей пригласить? Не понял. Нельзя неограниченное количество людей пригласить в пакет стандарт и в пакет премиум исполнителей? Можно, только надо будет еще один пакет покупать. Еще один пакет стандарт?
Да. Ну, мы не можем так сделать, чтобы на один пакет вы пригласили 1000 человек и зарабатывали на 1000. Это же нелогично, согласитесь. А когда уже будет достаточное количество исполнителей, тебе одна система не даст добавить? Или куда денутся эти лишние исполнители, которые, допустим, говорят, а я тоже хочу, а я тоже, давай ссылку. Смотрите, мы будем продавать количество пакетов, которые нам необходимо для запуска рекламы. И когда мы закончим, соберем деньги на рекламу на Киев, Киевской области, мы прекратим продавать пакеты на Киев, Киевской области, мы будем продавать пакеты уже на другой город, который мы выберем. И вы уже сможете покупать пакеты уже там на Одессу, там на Днепро или на Запорожье таким образом. Сергій, якщо я правильно зрозумів, то ми не зможемо обрати місто, в якому ми Київ захопили, ми не зможемо обрати наступне місто, куди ми можемо вкладати гроші. Тобто це буде як навмання. Ну, смотрите, есть стратегия развития проекта. Мы делаем первую рекламу в Киеве, Киевской области. Исполнители вы получаете отсюда. Вам не интересно иметь исполнителей из города, в котором нету рекламы. Он просто не будет получать заказы. Я просто скажу, после того, как мы захопим Киев. Это будет же масштабование бизнеса. Давайте правильно называть. Не захопим, а проводим рекламу. Да. Перестанут продавать пакеты, и что же вы будете далі купляти все? Мы ж будемо запускати Харків, Дніпро, Запоріжжя, а ні, потім... я маю в виду в Києві, коли закінчиться реклама в Києві, перестануть продавати пакети, будуть з інших міст. Ну, пакети будуть з інших міст. Просто питання, щоб їх самостійно обирати. Наприклад, комусь більше подобається Одеса, комусь Дніпро, комусь Львів. И так само с краиной. Ну, смотрите, вы как партнеры будете знать, какой город следующий мы запускаем. То есть, вот я собрал деньги на рекламу в Киеве, объявляю, что там мы готовимся, запускаем рекламную кампанию в городе Киеве. Пошли работать. Но следующий город, который мы будем запускать, например, будет город Львов. И я говорю, что сейчас мы собираем деньги на рекламу в городе Львове. И вы знаете, что исполнители вы получите с города Львова. Потом я буду говорить, что сейчас мы будем запускать рекламу в городе Одесса. И исполнители вы получите с Одессы. Ну, вы можете подождать, если вам нравится Днепро, подождите, когда реклама начнется в Днепре, и купите пакет тогда, чтобы у вас исполнители были с Днепра. Дякую, зрозуміло. Давайте Киев запустим, а вы уже Одесса, Львов, Днепр, такие да. Дурацкие вопросы задаете. Так вот, еще питання. Коли будуть наступні країни, ми ж будемо одночасно їх підкорювати, то тоді то краще було б, щоб ми могли самостійно обрати. Дякую. Ну, коли будуть інші країни, то не буде одночасно. Ми будемо постепенно масштабувати. От взяли город, провели рекламу. Взяли следующий город, провели рекламу. Взяли следующих городов дуже багато. Так що роботи у нас не початий край. Так, ребята, будем заканчивать. Спасибо большое, что были на... Значит, смотрите, очень важный момент. Завтра, когда я в общий чат скину ссылку на трансляцию, пожалуйста, по возможности заходите и начинайте играть. Потому что мне нужно показывать, что игра работает, играют, и люди будут присоединяться. И таким образом у нас будет второй поток людей, которые будут заходить в наш проект. И каждый из них, кто зайдет, он может быть или просто клиентом, который будет пользоваться нашим сервисом, заказывать исполнителя, или он станет исполнителем в одной или нескольких категориях, а может быть кто-то из них и станет и партнером. Так что давайте вместе поднатужимся, уже немножко оставим. И с завтрашнего дня мы начинаем тестировать приложение, так что те люди, которые в группе тестирования, пожалуйста, я там напишу объявление, что мы тестируем приложение клиента, Android, iPhone и приложение исполнителя. Чтобы у нас там заказы проходили. То есть, пока мы не протестируем все, мы не можем начать рекламную кампанию. Но я это рассказывал в предыдущих видеовстречах. Останнє питання на рахунок безпеки сайту. І чи є захист від всіляких атак, хакерських DDoS? Ну, конечно, мы над этим работаем. Это тоже кусок работы, который нам нужно сделать до старта рекламной кампании. Обязательно. Мы это все понимаем. Не глупые. Сергей Васильевич, можно еще один вопрос, пожалуйста?
Да, я заплатила первый раз, покупала пакет, когда была скидка 40%. Я в прошлый раз у вас спросила, если я буду покупать пакет, с какой скидкой? Вы сказали 20%. А вы дадите партнера мне или нет? В смысле дадим? Ну вот у меня на двух кабинетах, у меня на балансе больше 4000. То есть я могу один пакет какой-то купить. Ну, у меня, я хотела бы, конечно, стандартный купить, но с финансами у меня. А вот на стандартный пакет вы дадите мне партнера? Сейчас мы уже партнеру на стандарт пакеты не даем. Мы давали партнеру, это было раньше без приглашения, сейчас не даем. Сейчас партнеру мы даем только на, вот смотрите, премиум пакет, тут написано, партнеру два человека даем. Да. А, на, я... а тут ноль, видите? И тут ноль. Все, эта лафа уже ушла. Кто успел, тот получил. Не, ну я думала, что это касается сейчас, которые люди сейчас покупают. А я-то заходила, когда еще скидка была 40%, поэтому я и спрашиваю за партнеров. Вот тогда, когда, понимаете, когда покупали, тогда была скидка. Сейчас скидки нету. Сейчас, ну, для вас скидка есть, но партнеров нет. Угу, спасибо. Мне ж не, вот эти люди, которые сейчас покупают пакеты, я буду раздавать вам в кабинеты. Ну, мне же надо дать вам кабинеты. Вот, вот эти, которые. У нас есть люди, которые купили пакеты в самом начале. Я давал 10 партнеров в кабинет. 10. Да, да, вы мне на стартовый дали 10 партнеров. Ну вот, вот тогда надо было заходить. Ну, тогда финансы поют романсы. Пенсионер. Вы же сами понимаете. Какой так, все, спасибо. Все, спасибо большое. Спасибо, Иван. Хорошего вечера. Берегите себя. Не болейте. Покупать эти пакеты, то лучше покупать сейчас, потому что условия будут только ухудшаться и ухудшаться. Поэтому кто дольше будет тянуть, у того условия будут хуже. Ну, те партнеры, которые давно зашли, они уже видят. Те партнеры, которые давно зашли, они уже получили чем больше, чем 100% годовых. Во-первых, пакеты подорожали, во-вторых, условия ухудшились и все остальное. То есть те, кто вначале зашел, они очень хорошо заработали. Но пакеты будут иметь рыночную цену. Вот смотрите, вы сейчас покупаете пакеты, у вас нету в кабинете ни исполнителей, ни дохода. Ну, доход вы можете получать только от приглашенных, 20% кэшбэка от каждого пакета. То есть, если вы пригласили человека, он купил пакет, то вы заработали 20% кэшбэка от стоимости того пакета, который он купил. Вот это единственный доход, который сейчас есть в проекте. Ну, не считая healthy токенов, которые можно заработать. По Европе, когда будут продажи пакетов, я так понимаю, там другие вообще ценники будут, да, чем по Украине? Конечно, конечно. Но вы сможете с Европы вытащить себе в кабинет какого-то исполнителя. Зайди. Если я не смогу пригласить, вот я куплю пакет, а не смогу пригласить исполнителей и партнеров, у меня нет. Я не умею приглашать. Я сколько даю рекламы, и у меня... Ну, смотрите, вы будете зарабатывать на исполнителях, которых мы вам дадим без приглашения в кабинет, и на тех партнерах, которые вы уже получили. У вас уже, у вас уже все есть. Вам нечего переживать. Хорошо. У меня по Европе уже есть партнеры. Как можно их потом подтянуть под мой пакет? Вопрос. А, смотрите, все просто. Нажимайте на два красненьких квадратика. Вот смотрите, заходите в пакет. Вот, вот тут два красненьких квадратика. Нажали. Появилось слово. По общей схеме, я понял. По общей схеме они будут подтягиваться. Скопировать. Подсылайте человеку ссылочку в Telegram, WhatsApp, Viber, на почту. Вот эту ссылку, которая скопирована. Куда вы ее пошлете, он откроет, и у него появится форма. Вот смотрите, давайте я вам покажу, как это работает. Вот я. Да, а, я не понял. Я знаю, просто по Европе будут подтягиваться так же само, как по Украине. Я понял. Да. Все, послали, человек зарегистрировался, он стал клиентом. Купил пакет, он стал у вас партнером. Все. У нас, кстати, много партнеров. Будет пересчитываться по одинаковым курсам или по ихнему, по нашему? Нет, будет мультивалюта. У нас будет гривна, там будет евро. Все, понял, спасибо. Так, ребята, давайте подтянемся. Нам нужно чуть больше, чем 120 партнеров еще дойти, протестировать приложение Android, iPhone и будем начинать рекламу.
Всем спасибо, до свидания, хорошего вечера.